Всем доброе утро. У нас 31 октября. У нас на сегодня запланирована программа. В общем, я вам все покажу. И праздничный хэллоуинский торт. Стол. Торта не будет, будут сладости. Погода отличная. Главное, чтобы не было дождя, потому что мы сегодня кое-куда пойдем. И кое-что посмотрим, а я вам все покажу. Ну что, у нас закончились сборы. Мы собираемся идти в страшный лес. Что там будет? Будет ли страшно? Не знаю. Ну, пошлите с нами. Спасибо, я не хочу. А за тобой тут мне ничего не видно будет. Untertänigs Volk erweist den königlichen Gastgeber Ehrerbietung, den wahren Kurfürst von Sachsen, August dem Starken. Volke von Sachsen, elende Gäste, ich ertrage eure Anwesenheit heute hier in diesem wunderschönen Schlosspark der Villa Sanremo. Für die heutige Nacht haben wir euch Meisterwerke kreiert und ihr seid unwürdig dafür. Ihr werdet euch euren Ängsten und dem Fanatismus hingeben. Aber egal. Nun geht dahin und bedenkt meiner Worte. Я в другую сторону смотрела. Я очень не знаю. Я туда отвернулась. Так она есть. О боже, руки валяются на полу. Руки. Это страшно. На полу что-то, пауки, руки. Чуть не упал. Все очень темно, ничего не видно, честно сказать. Ааа!
an die Ecke. Если не скакивать, не начну. Ты спокойно. Хорошо, хоть медленно. Отойдите от них. Ого! Руки какие длинные у него. Peter möchte keinen Besuch, aber er hat mich hier auch alleine gelassen und daher sehe ich mich außerstande gegen so eine Schar mit mir. О, Господи, не уверена, что я туда хочу. Мама. Du fürchtest dich? Was ist hier? Das kann ich sagen. Und du, wo kommst du hin? Aus Zwickau. Aus Zwickau. Ich soll Dresden von Zwickau aus angreifen. Eine beschissene Idee. Du sagst, wir zingeln diese Stadt ein, umzingeln sie. Du sagst, hört ihr die Donnerhalle hier draußen? Ich höre nichts. Es funktioniert nichts. Sie sagten Angriff, Angriff, Angriff. Ah. Жесть. Это, не предупредили, что в памперсе надо заходить? Да не страшно. Страшно, они так резко пищат и меня пугают. Сейчас что-то взорвется. Главное на камеру не матюкаться, правильно? Niemals für Dresden! Как? Ой, где конец уже? Я хочу уже конец. Ой! Еще под ноги надо смотреть. Mein Bein tut weh. Hast du ein Pflaster? Ja. Noch ein kleines Pflaster. Nur noch Ersatzteile, tut uns leid. Aber wenn wir hier beide Beine nehmen, haben wir ein ganzes. О, Господи, там еще бензопила где-то. Мама, дорогая. Интересно, вам вообще там что-то видно будет? О, Господи. Не надо шевелиться, не надо. Просто кошмар. О, Господи, зачем я сюда пришла? Все, вроде конец, да? Слава Богу. Нас тянут за веревку по всему этому мероприятию. Боже, там кто-то стоит. Hilfe! Wenn die Hexe. Du sollst! Ich bin unschuldig! Rennen soll sie in der Hölle!
Кинг-Конг катается. Главное не упасть. Хорошо, что я каблуки не одел. Маньяк с бензопилой. Эти коридоры закончатся. Ha 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 ha!